Военная форма, военный шаг, военная выдержка. И это не показательное выступление офицеров, а всего лишь спартакиада школьников. Кадеты, юнармейцы и самые обычные школьники собрались помериться силами в военном искусстве. Спартакиада рассчитана на то, чтобы воспитать у нас, у вас, дорогие наши кадеты, учащиеся, лицеисты, юнармейцы, выдержку, дисциплину, самоотверженность. Самоотверженности у этих ребят хоть отбавляй, ведь выйти на поле спортивного боя в такую погоду – это уже маленький подвиг. Но организаторы обещали, что в следующий раз подойдут к сборам более тщательно и постараются обеспечить хорошие условия для юноармейцев. Очень здоровские, хорошие мероприятия. Я думаю, что мы на будущий год организуем более тщательно, подойдем к этому. И, конечно, в другое немножко время. Не в октябре, а более ранний период. Я хочу сказать, что сейчас подрастающему молодежи, это призывной молодежи, придается в Российской Федерации очень большое внимание. Эта спартакиада проходит традиционно в рамках программы воспитания патриотизма. Собравшиеся на военном поле мальчишки уже сейчас понимают всю важность военной подготовки. Как говорится, готовься к армии с молоду. Будете служить России. И самим интересным. Это в жизни пригодится. Но к армии готовимся. В армии охота. В армию ты хочешь идти офицером служить? Но. То есть поступать в училище военное, да? Все, у всех такое да, желание? Да. А у тебя, малыш, тоже хочешь в армии служить? Да? Галина Соболева, Владимир Банчиков, Александр Лупсанов. Первая альтернативная.